могу пригласить члена другой группы.
Мне хилить или дцшить? Не знаю. Ой, тьфу, ддшить, не дцшить. Чё, то есть, чё делает из мобов? О, уклонение снижено на 20%, ничего себе. Звездочёт чё делает? Кто знает, ну-ка быстро приземлимся. Да я тут был, мы просто взяли, с рейдом пронесли это все, не заморачивает. Заморачиваемся, да? Тогда чек на пул. Смотрите, квадрат крутится, то есть от него милики отбегаем, когда он закрутился. Череп надо убивать, о, череп, да, череп убивать надо первым. Бейте череп. Контроль. Тарасовать нечего. А чё с ботом? Чё? Спрашивает, что с лутом. Ну, типа, распределяет ответственность. Все звездочку переключились. Да хуя там народу, нет? 15. Это немало. Держи других мобов. Я звездочку держу. Давайте без метки. Ну или нет, череп добейте, раз мало кто. Кто упали, резаемся. Все в прорицателя играем. Череп. Тут надо крест, наверное, отводить, чтобы милики могли играть по черепу нормально, не умирая. Видишь, он крутится. Ну, еще раз не сбить. Да хоть он дамага не наносит. Ну, у него клиф какой-то есть, по 6 там тысяч. Сколько? Так 6 тысяч это херня. Ну, он пару раз подряд там 6 тысяч бьет. Короче, я не мало бьет. А, вон маршал крутится, то я попутал. Ух, блин. Значит,
Значит, они в овцу не кидаются, да? Они вообще не контролятся. Пишет, кидаются. Так, контрольте. А ну одного в овцу киньте. Пала в овцу того киньте, кто не может попробовать. Ну уже поздно. Я понял. Нет, не контролируется. Стан не дает. Зато дизарм дает. Легионер, да, контролится, видишь, локти держит. Все хорошо. Там дается. Попробуйте черепу дать контроль сейчас. Сразу в овцу череп киньте, попробуйте. Давай, ты, короче, танкуй череп, я крест, Алиса, квадрат, давайте. Давайте череп первым будем забирать. Отходим, милики. Классно. Я же говорил, надо текать этот череп. Тогда отводим крест и квадрат оттуда. Видите, крест? Да, РДД по РДД черепу, по черепу. А милики остальные. Ну. Покидайте тело и забегайте снова в лес. Будем учиться на своих. Алиса, ошибках. Подведи моба ближе к рейду своему. Подведи моба к кресту, поставь его ровно в крест, чтобы они били одновременно два моба. Милики череп не бьют. По черепу строго РДД играем. Да не, я побью. Вот лучше двоих мобов забирайте. Видишь, мастер, тут особо не успеваешь отбежать. Не особо не дамажит. Ты за два удара успеешь убежать. 10к потеряешь. Ну, твоя реакция, ты успеешь отбежать. А остальные не факт. Ты какая у него реакция? Да, какая у тебя реакция? Реакция. Точно такая же, как у тебя, нубовская. Что-то спорить будет. Нет. Значит так, стоим тут. РДД и хилы подальше от миликов сейчас будете стоять, потому что птицы дают тишину. Там АОЕ тишины большое. Танки давайте сейчас левых начинаем.
Мы их тут будем в тотемах танчить. Ну давай тут, да. Смысл, какая разница. Пати турбо дай. А раньше... А, не, они откидывали. Давай так развернемся, стену упремся, как-то бить будем, чтобы стенку всех. Короче, да. Я посмотрел, сейчас захожу, сейчас стену. Да, Артём, так? Там уже некуда переходу кидать. Я на всех боссов посмотрел, что да как. Робот, что, блядь, у нас робот, фильме, нахуй. Я 100% знаю, что, блядь, не все посмотрели так. Чтобы, я, блядь, не смотрел. Объяснить. Не знаю, что тут плюс-минус происходит, но так себе не знаю. Я тут была на Пандаре, только фармила маунт. Так, сейчас я куплю рыбу и спорочь. Пошлите тех птиц бить. Здесь надо всю комнату зачистить будет. А нахуй тут целкашный дебаф поставили, я херю. Там здесь, здесь и здесь так же поставили бы. Есть рыбина и птица. Сало, кумарик. Не могу бегать. Там не сильно бьют, правда. Так. Я закупился, сейчас захожу на пол. Знак Лидари, что это? Знак Лидари. Большие откидывают, и вроде бы ману жрут. Косты, по-моему, у них сбивались раньше. Здесь я не знаю. За эти знаки в свое время покупались банки на 360. Аналогичные на СПБ, там репа, да, да? Репа пипец там билась, со всеми надо репу бить было. Там три репа всего было. Горбака не запарил. Надеюсь, сколько народу в рейде? 18. По хилам чё? Узер, мосс, 3. Угу. Ой, бля. Здесь мана бёрн моба не кастует. Второй не тот моб. Блять, ещё покинул, сука. Как это? Это за... Лорд-пати, не? Нет. Ну как зайдёшь, писанёшь, я тебе дам этого Эрела. Пока я не вынести, не давай. Ну, ассист. Чтоб пати мог кидать, тебе отдадут одну минутку. Воронок не падал? Mm-mm. А с кого они должны прям с любого? Трэша. А воронки в КБ, да? Я угадала. Да. Пиздец, нахуй. А чё? Воронки в КБ, я бристые алмазы буду хуярить. Так. Ну, блять, в других гильдиях они по роллу ходят. Это не другие гильдии. Мне нравится что-то. Здесь все в карман. Тут не в карман. Окей, тут будет делаться мета-сокеты, ребят. Нам сейчас нужно для по ДПС мета-сокеты сделать. Не то, что вы, блядь, продадите их нахуй, или они будут у вас, блядь, лежать в ГБ, да? Да, блядь, естественно, продам нахуй. Алиса, ну нахер ты его забирала, скажи. Кого? Да. Чё вы, блядь, не в стенке стоите, Алиса? Да страдает херня это что. Проси, страдает то. О, вот. Сейчас я не могу включить это. Не отображается. Сейчас выйду с инста. А нахуй двух сагнили? Тут
Кто упал, бегите. Кто упал, бегите. Нечего прохождаться. Танки можете отвести поближе к людям, которые забегают в инсайд. А то они до вас будут полгода бежать. Моса, ну я не знаю, я специально встал в угол, чтобы все туда зажались. Ловите моба. Дима, Тауэр ничего не писал? Не. Фрион, да. Расскажи мне, Алиса, пожалуйста, как тебе хилы должны хилить, если ты в углу стала? Не слышно, да? Чё, по хилам? Да, бузер. Тут-тут-тум. Танки, танки. Турба. Раз. Да. Да. Криволиция, это хил? ШП. Мастер иммунитет, не могу ставить. ШП, да, криволиция? С Любовкой, ты в Дискорде? Шреддер. Криволиция. Так. Так, дело пососано. Становимся в танком перед лицом, и чтобы не летать, бьем. Вот так, бизик. Зойла не будет, да? Он на работе, походу. Вот, сука. Так, его он еще нету. Так, Тавра нету, да? На Тавру, блядь, написать. Чуланы. А, Чулан же есть. Здесь. Под лицо моба заходите все сразу. И хилы, и РДД можете. Их надо вести прямо в угол. Они тут держат. Все равно отбрасывай. Ну давай сейчас дальше отведу, чтобы РДД не кидало. Угол, встань, вот тут вот, вот, где я прыгаю, микстур. Да, нет, кстати, нет задума, не надо. У нас должно быть и того хорошо. Блин, где Тауэр-то нахуй?
если что, уприте все угол, тут вообще не отбрасывает. Ну там видишь, на РНЖ на какой-то просто. Мобов там только не согреть. Все, спускаемся вниз, ждем. Или дальше будем мобов чистить? Чистим, чистим. Все, всех мобов надо по кругу зачистить. Аккуратно. Да, по кругу уже никого нету, Тём. Я про комнату уже. В комнату заходить. По кругу все чистить. Спускаемся. Да, да. Спускаемся. Все, ждем в кругу вниз. Спускаемся. Только не согреть, Алары, пожалуйста. Сколько у него там хп? 103 смотри. Ляма, 104. Сука, повысили, блядь. А Саммер сказал, что его фиксанули. Да нихуя его не фиксанули, блядь. Лапнули. Ну, нихуя не апнули. Апнули хп. Нет. Так. Чего у нас? Нужен холипал. 100%, блядь. Ретрик есть. Ретрик есть. О, ретрик есть. Винхант есть. Что там товар писал, написал. Угу, полет скилл будет. Я вот не помню, фаермагет тут бесполезный или нет. На БК просто ну, не проходил по фениксам, по пэтам, огненный урон. Так, что у нас выходит? Один хил будет, нам нужен холи пал и один РДД. Один РДД, холи пала, как обычно, у нас нету, блядь. Можно мне? Копик Алара. Пиздатая штука, но гам. Так, и тогда мы заебись. А у Финки чё? Ну, целка вроде закрыта. Вроде бы, не знаю. Ну да, там какой-то... Ну, они 243, 246 не пойдут, нахуй. Чего у нас не хватает? Фрост ДК у нас есть. Есть, хант у нас есть. Клыкач ТБМ. А, Фрост ДК, зачем, ДБМ? Извиняюсь. Баф. Ну, хотя баф у нас есть у тебя. Я понял. Так. Вкачан на СММ, заебись. Салам вкачанным, охуенчик. Так. Нам нужен холипал. Я нашел только что бисовые перчатки на Фурика. А? Чё за бис? Кожаные или латные? Ненька, ну. Ну это если бы 105. Если 105, то ссылка от нуля. У Крейга на РПБ тут падает. И на хосту просто жесть. Я еще не прочитала. Но ты уже говоришь, что говно. Да я хосту, то есть комботы, мутики. Ну, фурики на хосту через 105. Так. Если поблизости имеется... Выкрасивые падают. Покоя. Мастер, ты пойдешь на аварию, я правильно понимаю, да? У меня никого больше трекика нет. А, да, сука. Йо. Так. Что у нас еще может?
Так, налево и лоры, они по четвертой, Катя, хуёво. Сейчас Тесту тоже четвертый, также хуёво. У нас из третьего Лазов, это кто? ФДК. Нихуя ничего не пишет. Вот тут. Ясно. Шамакс. А, Лалазов, это ты? Кудрал, правильно? Что, я тут, я Кудрал. Ну, ясно. Можно пока отойти? Сходи пока. Че за Будапешт? Фурик, походу. Третий? Ну нихуя, не третий. Угу, вторая даже. Активируйте там. Я его не вижу, блядь. Мастер, начинай спамить хулипала, пожалуйста. Димка, если тоже можешь спамить. Давай, блин. Так. Ой, так же начинает спамить. Если подошел. Че спамить? Холипал нужен. А возьми Будапешт, рейд. Он идет, да? Че, молчит? Да. Я его спросил прямо на посылку. Угу. Значит, по ДДшникам мне, нам нужен только чисто холипал. А по хилу еще кто будет? Тавр зайдет. Эрдрум. Машу, да? Хулипал здесь точно нужен. Ну чё, чё там ролл есть? Допиши воронки. Все. А что тут, боехи падают 277? 264. А, ну вот боешки, да, боешки, воронки, все. Остальное нахуй порву. А что там надо, чтобы сюда попасть? Третья карта, лич. Целка 25, целка фул оп. Пол, оп, что по чего было? Падение короля лича. Или как там так называется. Так, игровые. А нет, погоди, подземелье рейды. Сейчас точно скажу. Падение короля лича. Должно быть. Сейчас я подойду.
пришел лично. Остался только Холи Павла. Мы в Холи Павла спекаемся, блин. Тебе вот нужно будет 3 танка. Почему забаганы? Потому что надо переводить с желтого круга, там две фазы, соответственно, надо переводить на 4 стаках. Ну, блять, другие желания же убивают. Значит, танки, блять, эти. Да, возможно, поздно. Инвалида. Да. Блин, смотрите, какой этот полз красивый, просто кайф. Алиса, это такое же дерьмо, как ЦЛК, блядь. Я, блядь, про пол, а ты про ЦЛК говорю. Салон, зайдешь, Дим? Я тебе про текстуры говорю. Да, ЦЛК есть такая красивая. Так, инсаланса, я так подозреваю, нету, да? Есть. Все инсты и транс с БК очень топовые. Так. Что будем делать? Вот мне в поле пало, спекайся нахуй. А чё, он прям критичен? Нужен будет поле пал. Надо поднимать, тут жестко будет очень. Проблема всех времен и народов. Нужны люди, играющие хилами. Да я это могу питаться. Только вряд ли у нас ДПС хватит. Тут берсы, говорят, нет. Есть. А это кто такой сказал? А таймер сколько на берсу? Так. Тогда мы можем... делать так, карточка присунула. Это я дру, блять. Попробуйте в такой состав херу.
Да, вообще нормально. Тебя холипало, мосов кататай, все. Да не, он бы больше даст. Мосов больше даст. По сарафану видно было. Мосса, ну да, если фуриков много, мосса будет эффективнее, но, блин, представь, ну, лететь делать спек. Сейчас посмотрим. Ищи пока хулипал где ночью. А у меня другой вопрос. А с любовкой вообще закрытая, блядь, ссылка? Криволицева. Криволицев, диси, нет? Плюс чат. Чек на ФК. Ну, вообще-то у нас Анус есть, который тоже насапает. Кто? Армс. А, ну тогда кот не нужен. Ты не по той причине дал больше. Ты дал больше по той причине, что ты не свечился в трэш. Задум, дай шкаф. Что у нас Рога 228 в рейте? Ты чё, куришь? Ну, у меня, походу, завагался, потому что у него 265 шмот. Ну-ка, ещё раз. Что это было? Да я перекинул. У фуриков очень просто мосса. У них удар героя, который прожимается в это время, если ты сменяешь таргет, он уже отжимается. И то есть КД уходит в ноль. Удар героя не прожимается в это время. Так, инсолонца я что-то не вижу. Криволицей. В диз зашел он или нет, блядь? На адах режется на 95 или 90%. Что значит нельзя применить к этой цели? У него что-то не... У него убитый лич, но не убитая ачивка, фулл целка. Нет, у него, да, наверное, ачивки. А с чего бы взял? Это значит, что у него есть суммон, но он не... Нет. У него нету суммона. Суммонил я его первый. Ты его все уже суммонули по разу. Так... Соответственно, что у нас не хватает? У нас не хватает холипала, и у нас не хватает двух ДД, блядь. Ну или одного ДД. Найди ДЦ, я в шапе спекнусь. Легко сказать. На автоатаках. Когда меняется автоатака, таймер тоже сбрасывает. Плюс нам нужен, блядь, этот, как его... Еще хотя бы паладин, это 100%. Потому что нам надо будет на роботе с альбом. На сброс игра. У нас пока что два на пульчика. Ну а что ты предлагаешь? Топать дымак? На боссе-то висит, но ты в это время бьешь не босса, а адов. То есть печать стакается заново.
Она наносит дамаг, но не наносит дополнительный дамаг, который должна наносить при 5 стаках. Да я не знаю, что ты рассказываешь. Надо просто назначить котов на трэш. Так, рога на трэш, ладно, попёрли пока что в этот Даларан. Смотрю. Вот, этот. Вот так незадача, да? Бьешь трэш, теряется ДПС. Не бьешь трэш, вайпается рейд. Что же делать? Как же быть? Цурок очень сложный босс. Я бы вообще не стал это обсуждать. Есть тухлый и гнилой, на котором можно замерить меликов. Мерить меликов на сурке — это, ну, даунизм. По этой идее ни на ком нету кого мерить ДПС. Но сурок, по идее, самый лучший, на ком можно померить ДПС, и меликов и... Так как ты будешь мерить, если там надо бить трэш? Трэш, но есть такая еще хуйня, как ауди скилл. Если ты переключаешься в вода, он заходит в лада и в босса, то есть это двойной ДПС. Ну да, есть такое. Если ты бьешь, рассекающий задевает босса, а если рядом с боссом стоят 3 моба, то рассекающий будет бить по 3 мобам, ну, с некоторой вероятностью. И весь урон от рассекающего будет уменьшен мобами. Лучший босс для замера биликов — это гнилой. Есть другая проблема на гнилом. Слизень. Да, это вообще не проблема. Проблема, потому что ты себе нагоняешь ДПС больше. Как ты будешь его нагонять? Чем соло таргет. Если слизни под боссом стоят. Ну просто вычитаешь ДПС слизня, там 100-300 тысяч будет и все. ДПС и нанесенный урон — это другая вещь. Ну, нанесенный урон вычитаешь, смотришь. Ты, если начнешь его бить рассекающим, то ты будешь первый по ДПС. Если бьешь босса ударом героя и нормальными способностями, то будет нормальный замер. Взрывание босса — это тебе теряешь минимум один... Ой, босса, блядь. Слизня — это минимум 1-2к. Ну, вообще-то ДПС можно, вообще-то можно ничего не терять. Можно, если в два танка идти. Нет, ну, не два танка, а два танка на слизне. И по два больших. Да даже не обязательно. Можно просто стоять не как нубы. Стоишь с одной стороны босса. И когда происходит взрыв, перебегаешь на другую сторону. Вот примерно сейчас покажу. Вот кружок — это гнилой, да? Вот я с этой стороны стою. Улипала нету, да? Нету. Нет. Вот я с этой стороны стою и бью босса. Происходит... Бля, да у меня ОД столько не хватит, сука. Происходит взрыв. И теоретически весь рейд стоит во мне звездочки. Я делаю вот такое движение, прибегаю вот сюда. Ой, теория от практики слишком далеко. Ну, я продолжаю бить босса, не теряю ни капли ДПС. И вот тут происходит взрыв, где стояла раньше звездочка. И меня не задевает ни один пельмень. Маленький. Это есть на видео прошлого ЦВК на Спингер. У нас, когда прописывали ДПС, у нас мерили на двух боссах. У нас можно было поставить ДПС. Первое, на кого можно было, это на сурке. Второе, на кого можно было, это на гниломорде. 90% босса, если дамага есть. Да, мерите свой ДПС на тохлом, слизни вам нету, соло таргет. Допустим, я сменю. Раз. Два.
Два кольца, блин, чуть-чуть. Да ну, я не выхилю. Хули паунс. Выхилишь, выхилишь, блядь. Для 250-м, сука, целка хэм выхиливает, и, блядь, не выхилит. Но у меня не та сборка, мастер. Я видел твою сборку, что ты пиздишь? У меня не та сборка. Какая у тебя сборка? Хуйня. Что ты... У тебя же 260 у меня... Киле... Сейчас я тебе скажу, 254. И то, у меня кольцо одно на ДД. На милишника. Нет 2-10. У меня тоже нет 2-10. А что там берется? Башка и плечи, правильно? Да. Это сколько? 14 не хватит. Ладно, возьмем два кольца, пустим. Жовские кольца, блядь. Возьми за репу с карой кольца. Кстати, да, прикольная идея. Да это долго бегать, нахуй. Ну, пока добираем, успеешь. Так. По фласкам у нас все готово, блядь. Конечно, пиздатая. Ну ладно, хуйня. Так, тогда мне надо будет танка спек убирать, блядь. Я там ни разу не был, Эршама 259. Да Эршам не нужен, нахуй. Нужен Холи Пал. Желательно, блядь. Да, да, у тебя есть 5 минут. Тактика легкая на него, так что, блядь, главное соображать, ну. Пойти так, блядь. Какими хвами просто тебя добрать. Я думаю, блядь, не выхилим. Нихуя. Да, у вас пока есть время. Я не понимаю, что ты тут не собираешься не выхилить, блядь. Все нахуй выхилите, блядь. Да неудобно будет рейдить, хилить. Ладно, похуй. Справимся. Тут хули паладина делай себе, блядь. У меня хули пал на целка есть, разницы нет. Тём, ну действительно, танка спек убирай, будешь хэпал собирать, что делать. Да хуя холи пала в туннельно. Где ашки, где эта вся хуйня поебана? На ты его ака не знаешь, Тав? Кого? Да хуёво. Дима, ты знаешь шаг полегче? Нет. Полегче он не давал. Блять, надо написать, чтобы дал ака.
Да блять, закрыть это целка, это хуйня. Мне холипал за талин заебись. Ну да, блядь, теперь надо хули паладина будет собирать, хули делать. Хули 25 спеков теперь делать надо. Я хули пала собираю так же, блядь. Шаула собираю, блядь. Я, походу, скоро ведру буду делать. А какой там, блядь, этот? Кто? Перстень-то, блядь. Защитников. Мага. Исцеление? Мага. Нет. Мага. Исцеление это с духом. Блять, походу. Где мой перстень? Погоди. Ничего, в этом что ли? Б. В банке. Ну, а вот он. Так. Разбор пиздец, конечно, у нас сегодня идет. Ну, я, кстати, сегодня так же, как и вчера по времени. Что, уроки делать будешь, что ли? Нет. Пока есть время, вы можете посмотреть новый гайд от Войда. Я уже посмотрела, я лайк поставила. А что? Ну, я дизлайк. Что за гайд? Самый лучший для рака на свете. Как он называется? Выбирай, так и называется, самый лучший гайд на свете для раков. Ну, вообще-то гайд по календарю от Войда. Ну, Джованни, я не знаю, ну, я не робот, я человек, и тоже могу пропустить плюсик в гичате. Так что не обижайся, ладно? А он АФК. Ну вот, видишь, как бывает. Красота, страшная сила, я знаю. Я думаю, вот на следующую, когда мы в крепость Бурь пойдем, или в субботу, или в воскресенье. Хорошо. Мы ее зачистим, по-моему. Двое хватит курить. Так ты меня нервируешь. Кто добирал гильдию паладина ММО? Я тебя нервирую. Просто ты меня нервируешь. Так, ты говоришь, или суббота, или воскресенье. Да. Я посмотрю.